при оформлении дорожно-транспортного происшествия от 68-летнего водителя Kia Sportage исходил резкий запах алкоголя. При составлении административных материалов мужчина выражался нецензурной бранью и препятствовал работе сотрудников ГИБДД. В отношении автолюбителя были составлены административные материалы по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также по статье 19.3 – это неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. За это ему грозит административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до 2 лет.